Королевская вешенка. Сбор урожая. В зависимости от условий, в которых она произрастала, грибы могут иметь разную форму. Вот эти образовались из пристеночного мицелия, поэтому форма у них вот такая вот странная. Видно вот такие начальные корешки. Вот здесь гриб имеет такую продолговатую форму. И вот эти красавцы. Вешенка королевская. Вешенка гигантская королевская. Когда же приступать идеально время для сбора урожая? Приступать к сбору урожая рекомендуется перед тем, как грибы выделят споры. После выделения спор качество грибной структуры понижается. Грибы становятся рыхлыми, они становятся более сухими и более твердыми. Вот здесь как раз тот момент, когда сегодня эта вешенка выделила споры. Сбор урожая вешенки королевской отличается от вешенки обыкновенной. Если у вешенки обыкновенной при сборе урожая нужно собирать абсолютно все грибы, потому что остальные маленькие, которые останутся, они все равно начнут подсыхать и все равно погибнут, то у королевской вешенки не обязательно собирать одновременно все грибы. Вот здесь этот пример можно хорошо рассмотреть вот в этом случае. Вот здесь видно, что уже были собраны грибы. А вот эти, которые в то время были еще маленькими, остались. Вот что в результате из этого всего получилось. Многие спрашивают, сколько можно собрать грибов из одного такого блока. Вот здесь мы видим, это первая волна. Это первая волна плодоношения. И мы видим вот такое количество грибов. Те грибы, что уже собраны, они имели тоже какой-то вес, но этот вес мы сейчас учитывать не будем. Сейчас мы попробуем ответить на этот вопрос, который интересует всех и в первую очередь интересует меня. Сколько будут весить вот эти грибы на этом одном блоке? Сейчас мы это попробуем узнать. Откалибровываем весы на 0 грамм. И сейчас мы займемся сбором урожая королевской вешенки. Нас будет интересовать именно вот этот блок, сколько будут весить вот эта группа этой гигантской вешенки. Итак, приступаем к сбору. Итак, мы видим результат. Вот эти грибочки, собранные с этого блока. Вот так они выглядят. Видим, что после выделения спор у
гриба разворачивается шляпка, и она, сам гриб выглядит вот таким образом. Итак, давайте посмотрим на вес вот этой грозди. Итак, она весит 440 грамм. Учитывая то, что некоторые грибы были собраны немного раньше, общий вес мог составить около 600-700 грамм за первую волну. И вот здесь уже после сбора урожая, здесь можно видеть вот такое место, где образовываются новые примордии. То есть в дальнейшем из них будут вырастать новые грибы. Для этого сейчас нужно будет увлажнить поверхность этого блока и целлофан аккуратно запечатать для того, чтобы внутри смогли образоваться во влажной среде новые примордии. Повествование было бы неполным, если бы не представить еще и мастер-класс по приготовлению этих грибов. По сравнению со всеми другими, по вкусу можно сказать, что они уступают только белым грибам. Уникальная структура, похожая по консистенции на лисички, и уникальный грибной вкус – делают эти грибы поистине деликатесом. Для их приготовления я не использую никаких добавок, которые могли бы испортить или изменить вкус. Желательно готовить их на оливковом масле. Оно более нежное и позволит более интенсивно ощутить вкус именно самих грибов. Также можно добавить небольшое количество сливок. Но небольшое количество — это не больше 50 грамм при приготовлении. И готовить вешенку не дольше 20 минут. Если нарушить это правило, она может стать излишне жесткой. После выпаривания воды на медленном огне вешенку просто обжарить в течение не больше 20 минут. Если будет время, я покажу, как интересно можно нарезать эти грибы и как их приготовить. К сожалению, попробовать на вкус по интернету вам не удастся. Для этого нужно их или купить, или вырастить самому. И даю вам 100% гарантии, что грибы, выращенные своими руками в своем подоконнике или кухне или другом помещении, намного вкуснее и интереснее всех остальных. Желаю всем вам и себе также
Приятного аппетита!